Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я хочу вам рассказать о пряже Ангора Ализе Реал 40. Производство Турция, метраж 480 метров, 100 грамм. Для машинки Селерит 840, на которой я вязала эту пряжу, подходит, правда, на 10 плотности, максимально рыхлый, но вяжет легко, без проблем. Состав 40% шерсть, 60% акрил. Шерсть греет, акрил держит форму. Полотно действительно не тянется и не деформируется после стирки. Из этой пряжи я провязала два изделия. Платье с косами, кулиркой, и юбку резинкой. Платье выполнено кулиром. Сильверит 840, 10 плотность. Очень мягкая, нежная. Приятно, нигде не колется и не деформируется. Как замерили, как провязали, такую длину это полотно и сохраняет. Если его попробовать замять, увидите, что полотно не мнется и не приобретает такой зажеванный вид. То есть в этом платье можно спокойно ходить, можно на нем спокойно сидеть. Косы провязываются легко, нигде ничего не перетягивается. И на теле это платье, полотно, лежит мягкими, нежными волнами. Очень приятно и красиво смотрится. Тем более цвет, не имеющий однородную фактуру, приятно переливается. То есть увидите, что цвет не чистый, он очень похож на Милан. Второе изделие – это юбка, провязанная резинкой. В отличие от кулирки, резинка достаточно хорошо держит форму, она жестковата, так ощущается. Форму держит замечательно, то есть очень плотно, и вязала ее на 8 плотности. Резинки разной фактуры, отлично держится, не деформируется, и опять же помять ее практически невозможно, она сразу приходит в первоначальное состояние. По поводу износа стойкости данной пряжи пока сказать ничего не могу, потому что данное изделие мы надевали всего пару раз, и за это время никаких изменений не произошло. То есть полотно не вытянулось, не деформировалось, колтухи не появились, все осталось в первоначальном виде. Хочу добавить, что провязывается полотно легко, мягко, просто. И для машинки 5 класса идеально подходит. 480 метров на 100 грамм. Это, наверное, максимально допустимый размер, максимально допустимая толщина нити, которая подходит практически для всех машин 5 класса. Однозначно пряжу рекомендую к вязанию, потому что вещи из нее выглядят очень качественно. Отрицательных сторон этой пряжи я пока не увидела. Если у меня появятся проблемы с изделием, я обязательно дополню свой отзыв. И если вам этот отзыв был полезен, если вам понравилось это видео, пожалуйста, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.